Привет, земляне! Я Юрий Сутурмин, и вы на моем канале «Сельский шудельник». Сейчас сделаю небольшой обзор по участку. Уже осень, но у нас еще осталась айва. Вот айвица, айва. Кукурузица, кукуруза. Поздние посадки. Часть кукурузы уже убрана. Соседи машут руками. На огороде еще свеклица, свекла. Лежат остатки дыни, поздние посадки. О, перчик один не убран. Цветет кабачок, хмелится хмель, пчелки пчалятся, спрятались. Сегодня холодно, и они работают в улье. Зеленеют остатки помидор, хрен хренится, капуста капустится, виноград виноградится. Цветут цветы, коты подтягиваются, сохнет убранная кукуруза, падают орешки. Глуждание кукурузное уже собрано, подготовлено к продаже. Веники еще растут. У нас были дожди, земля мокрая. Собраны в кучу выращенный сорняк. Участок готов к уборке. Еще немного и будем собирать айву. Кукуруза поздней посадки дозревает. Еще немного и начнем ее убирать. Коты ходят со мной по участку. Проверяют, что уже сделано. Маруся, акробат. Где-то ходит тут рядом персик. У себя в домике сидят. Сидит молодежь. Акробат зашел перекусить. Выйди отсюда, это не твое. Акробат. Хороший мальчик. Выйди, у тебя там своя еда есть. Черныш, колобок, барсик и Маша. Муська. Вот такие у нас дела. Осень. Наступила пора уборки. Завтра, послезавтра потеплеет, и мы начнем убирать огород. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Делитесь этим видео с друзьями. А пока-пока. До следующих видео.